Главным культурным событием минувших выходных стало открытие 27-го международного оперного фестиваля имени Максима Михайлова. В Чебоксары приехали артисты из Румынии, Канады, Греции, Китая, из разных городов России. Открылся фестиваль оперой Евгений Онегин Петра Чайковского. На второй день зрителям представили оперу Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Это одна из самых успешных и популярных опер Гаэтана Доницетти. Любовный напиток – своеобразный коктейль из тонкого юмора, душевных переживаний и чувств. Знатная девушка Адина возвращается в свое родовое имение после учебы в престижном колледже. Бедный парень Немарина тайно влюблен в нее, но его ждут только насмешки и упреки. Адина флиртует с другим поклонником. Все начинает меняться, когда Немарина выпивает волшебный эликсир. После этого начинаются события, которые переворачивают жизнь главных героев. Сегодня на сцене театра состоится опера «Риголетто». В главных ролях оперные певцы театров Екатеринбурга, Красноярска, Италии и Казахстана. А 21 ноября прозвучит финальный гала-концерт. Татьяна Трофимова, Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Республика.